Христос воскресе! Сердечно приветствую вас, дорогие соотечественники наши, и все православные, и да и не православные, кто проживает здесь, на Британских островах. Приветствую вас пасхальным восклицанием «Христос воскресе!» С праздником вас, Пасхи Христовой! На Пасху происходит удивительное изменение в нашей душе, прежде всего. Мы, входя в храм, прикасаясь к этому молитвенному действию, которое происходит в церкви, мы становимся соучастниками вот этого изменения, которое происходит в нашей душе. Наши сердца становятся чище, обновляются. Воскресает что-то в нашей жизни. Воскресает наш дух. Мы, вера в то, что смерть не имеет своей власти, что грех не имеет власти над человеком, эта вера нам позволяет совершить многое. Эта вера нам позволяет преодолеть самих себя. Мы можем стать гораздо лучше с этой верой. Этой верой не научиться ни через академические системы обучения. Эта вера достигается сердцем, прежде всего через участие в молитве, через участие в торжестве духовном, которое происходит ныне. Обильно даются дары Духа Святого сегодня, на Пасху, в Церкви Святой. Принимайте эти дары вместе с нами и радуйтесь о воскресшем Господе. Воистину воскресе Христос!